Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это гайд на решение проблемы, которая возникает практически у каждого второго игрока, играющего в The Legacy Evrima. Обычно данная проблема происходит, когда разработчик упускает какой-нибудь фикс, либо патч, и, то есть, получается, конфигурация настроек вашей игры слетает, вы заходите в игру, и у вас просто не работают некоторые кнопки, и либо ваш динозавр не может просто... Ну, вы не можете просто повернуть камеру. Данная проблема решается очень легко и просто. Достаточно в поиске вашего Windows вставить конфигурацию. Ссылочка будет в описании под видео, так что внимательно смотрите. В общем, вам нужно найти путь, где установлены ваши файлы The Isle. В поиске Windows копируете под видео ту самую конфигурацию, вставляете ее. Давайте я вам покажу, как это делается. Вот такая вот конфигурация Local Update Data. Проходим по этому пути и, собственно, ищем наш The Isle, где он у нас установлен. Вот. The Isle Saved Config. Попробуйте либо удалить полностью вот эту папочку, либо для тех, у кого вообще ничего не работает, полностью удалите папку Saved. После этого перезагрузите ваш ПК и запускайте игру. Все будет работать. Подписывайся на канал и обязательно ставь лайк.